аккуратно. Спасибо, Микоси, вообще мощь. Ой, прикольно. Ты вообще мощь. Спасибо, Юлёк. И я мощь. За ПСЖ? Ой, за Месси болеем, да. А до этого за Барселону, наверное. Как вы угадали? Это не сложно угадать. А я за Манчестер Юнайтед болел. А до этого, наверное, за Ювентус? Я за Ювентус не болел, но за Реал Мадрид до сих пор болел. Что? Как дела? Пожалуйста. Спасибо. Удачи. Спасибо. А что читаешь? Покажи обложку. О, Дюна. Бестселлер. Да. Все сейчас в кино идут, это читать начала. Кино была уже на фильме? Я была, ничего не поняла, поэтому надо лучше прочитать вначале, а потом уже фильм смотреть. Сколько страниц уже осилила? Ну вот, почти 100. Нравится? Да. Но на самом деле лучше, правда, вначале прочитать. Потом уже посмотреть, потому что вот я была в кино, я еще ничего не поняла. И только сейчас понимаю, а, вон что. И то я читаю, и некоторые, ну, не понимаю, кто из этого, кто есть. В интернете смотрю. То есть ты сейчас прочитаешь книжку, и потом еще раз посмотришь фильм, верно? Конечно. И я думаю, что просто книжки более развернуты, и я думаю, что будет не одна часть «Дюны». Еще там, во-первых, много книг, а во-вторых, будут еще части. Кинотеатру двойная выгода. Два раза сходишь. Отлично. Хорошего чтения. Спасибо, до свидания. Женщина вообще беда с головой. Не слушайте ее никто. Что там в телефоне, интересно? В телефоне ничего, WhatsApp. Последние минуты перед взлетом нужно всем написать? Да, да, совершенно верно. Что будешь в полете делать без интернета? В полете, ну, сначала думала поспать, потому что так как мы на сборах всегда днем спим. Вот, потом обед по расписанию, точнее уже второй обед. И ну, думаю, английский буду учить, что-то в этом роде. А в итоге что будешь делать? Все вместе. Понятно. А ты в курсе, что здесь можно подключиться и посмотреть такие фильмы? Да, в курсе, ни раз не пробовал. Нет, да? Может, в этот раз попробовать? Там, ну, кстати, на английском есть фильмы, можно на английском смотреть, да, и учить английский. Смотрю, спасибо. Хорошие мультики вышли. Мультики сейчас уже не смотрю. Да ладно, нет? Да. Ну, хорошо, ладно. Поверим на слово. Фокус, фокус, могу показать. Где? Вот так вот. Он со всех сторон, со всех сторон. Камера со всех сторон. Да, привет. Покажи его, чтобы он тоже в кадр попал. Ну ты хотя бы оденься. Расскажи, Марин, что это за датчики? Зарядка ног? Нет, это компакс. Для восстановления после тренировок. Как, помогает? Главное в это верить. Ну а как вообще действует? Ну, электрические импульсы для мышцы. Вот, и я не знаю точно. А что за кнопочка? Ну, там много всяких функций, там массаж, всякие такие. Лимфодренажные есть, чтобы ноги не текали. Здорово, здорово. Интересно. Да. Ну, давай после полета расскажешь, как ощущения. Остаюсь, хорошо. Нет? Я уже год им пользуюсь. Так вообще помогает, да. Хорошо.
Лин? Да. Знаешь какую-нибудь кричалку в честь «Зенита»? Да. Давай, исполнено. Синее-бело-голубое небо, Питер. Знаешь, с кем сегодня «Зенит» играет? Да, знаю. С кем? Со «Спартаком». Я смотрю, ты не пропускаешь ни одного матча, да? Все смотрю. Кто в «Зените» тебе больше нравится? Мне нравится Малком. Хотела бы, чтобы в женском футболе появился опять «Спартак» и можно было против него играть? Конечно, конечно. Я очень жду в женском футболе и «Спартак», и «Динамо». Это будет очень интересно. Юль, ты уж всех «Зенита»? Всех опросили игроков «Зенита» мы. Тебе нравится голкипер «Зенита» Крицюк? Это я. Крицюк? Да, почему нет? Хорошо летает. Кержаков. А он уже не играет в «Зените», ты в курсе? Играет. Вратарь. А, да. Я думал, ты про Александра. Нет, не про Александра. Ань, тебе больше Михаил Кержаков нравится? Да. Ну, в смысле, чем сейчас Крицюк, мне больше нравится. Понятно. А ты хочешь, чтобы «Спартак» появился в женском футболе? Да, конечно. И очень. Чем больше «Спартак», команд, тем лучше. Появись, да. Как «Снегурочку» будем называть. Мне Вася, улыбочку. А глаза толпают. Все, ты вообще жалко. Вообще-то у нас там... У нас с тобой искра. Между нами искра. Help! Help, please! Спасибо! Что получается? Ого! Я так не знаю, как его поймать. Ой, Сань, пожалуйста. Это правда. Я не могу, он тяжелый. Ну давай мой еще. Опа! Да, он оставляет туда-то. Да, удобности, удобности. Ну, типа, когда доставит, да. Ну, похоже, да? Да. Ну, кстати, легко, да. Легко. Можно. Поэтому можно сюда переехать. Спокойно. Как раз горы. Ну, блин, не возьмите. Нет, ну, Тош, мы не пьем газировку. Их две как раз на нас. Ну, вот. Я добро хочу сделать, а вы... Мы не любим добро. На камеру отшиваете меня. Да, сейчас только вернусь, мы сразу возьмем. Вот больше все. Ты нас отравить ходишь. Ходишь. Такой, а, пофиг, да? Что-то фигня вообще. Будь здоров, спасибо. Привет. Здорово. Ты сейчас такой
Что это было, я не поняла. Вот, видишь, мы рядом. Ой, коробки надо. Нелли, один, Нелли. Где штапа? Видишь, не ставлю. I can roll it. It's so precious. Do you have a doubt in me? It's not for lady. No, no. We can't. It's not for lady. Вот все, ты номер два. Нет, ты номер один. Почему вы здесь-то сидите? У нас не в номерах связи нет. Мы ждем, пока нам номера поменяют. У нас не ловит связь в номере. Ты пригласишь нас на интервью, а мы не сможем даже ответить тебе на сообщение. И подумаешь, что мы проигнорировали, а мы же не проигнорировали. Вот девочки такие плохие. Пойду я потороплю. Лин, как тебе результат сегодняшнего матча? Вот сейчас я открыла и просто в шоке. 7-1. Как? Ребята просто вынесли. Что со Спартаком случилось? Предчувствия были какие-то перед матчем, да? Я уверена была, что ребята выиграют. Хороший матч провели с Ювентусом. И, блин, и моменты были с Ювентусом. И, наверное, на Спартаке отыгрались просто. Ну, в общем, ты в шоке. Да я в шоке. Мостовой 2 забил. Я похвалила недавно его внешность, он сразу 2 забил. Вот в чем дело получилось. Да. Я а же... Вот все, это вот это женские флюиды, понимаешь, мотивируют сразу. Да, да, да. Я же видел, вы часто ходите на стадион, там хорошая атмосфера, прям, судя по сторис. Атмосфера шикарная просто. Там очень комфортно смотреть футбол, особенно в такую неприятную погоду, когда снег, дождь, там закрытая крыша. Тепло, можно сидеть в кофточке, кушать мороженое и наслаждаться красивым футболом. И что там кричат болельщики? Сине, бело, голубое небо, Питер. Дальше. Что-то там солнце светит нам в зените.